Всем привет, с вами Гимот, и мы продолжаем играть в игрушку Half-Life 2. И один такой гигантик, я не знаю, как его назвать, загнал нас в этот домик, из которого мы пытаемся выбраться. Я видел там сотрудника ГО. Так, меня опять... Вот ты где. Фотографирует. Вон гигантик, который нас не упускает. Он сотрудник. Вообще чудесно. Опять фотограф. Нам надо, по идее, тогда вот сюда. Сюда, 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 сюда. Дальше я не знаю. О, РПГ. А это значит, что... Гигантик, ты где? Да. Безжалостно. Кстати, вот тут был тайник. Давайте мы к нему сходим. Мы к нему сходили. Нам бы... Гигантик, ты не ушел? На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Нас ослепили, чтоб их... Где ты, летающая гадость? Так, хорошо, берем. Это победа. А вот в ту мы можем? Мне просто интересно. Хорошо. Если мы сможем сбить ту штуку, и она не замышлена как... Хорошо, хорошо. Похоже, мы на этом пока закончили. Вообще, конечно, очень хочется сбить тот... Самолет. Сюда. Получим загрузку. Я все же не уверен, слышно меня во время загрузки или нет. Иногда почему-то да, иногда почему-то нет. О, я освобожу тебя от этих доз. Хорошо, итак. Не знаю, как, черт возьми, мы преодолеем ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Ну, все чудесно. Мы должны штурмануть цитадель. Тут кругом эти великаны. Он их назвал страйдерами. Нужно добраться до лошади. До чего? До лошади? Какой лошадь? Ну, судя по ору, Альянс, берегись. И то, что их остался один человек. Какие вы резкие. Так, давайте мы перейдем на то оружие, которым они пользуются, чтобы у нас... боезапас не кончался. Итак, у нас два человека. И один из них медик, что очень... Аптечку! Я хочу аптечку! Мне не дают аптечку, хорошо. Dangerous! Dangerous, dangerous, dangerous. Опять?
идите сюда, пожалуйста. Вот и сейчас хочется спросить, как все к этому пришло? Гордон Фриман, вы здесь? Это вообще кто говорит? Так, есть. Сохранимся. Я не знаю, куда идти. Тут ходит гигантик. Страйдер! Зайдем в булочную. Что, пока не там отвлекает, мы пойдем вниз. Пойдем вниз. Будем всех убивать. Я потерял весь отряд. Их смерть, надеюсь, была не напрасной. Надеюсь. Ай-яй-яй. Гигантик, не бей меня. Я хороший. Касса. Берем кассу и уходим. Может, его кассы по голове? Ай-яй-яй. Куда идти? Куда идти? Сюда идти. Спасибо, гигантик. Фонарик не работает совсем. Какие-то странные звуки. Я не знаю, что значит это пищание. Пик. И... это означало, что здесь лежит бомба. Мятеж. Нас опять поджарил огонь. Зачем было город разрушать? Хорошо. Ой-ё. Хотеть не вредно. Осталось только убрать снайперов. Да, что ж вы делаете, зараза? О, нет, пока все неплохо. Если учесть, что у меня нет достаточного боезапаса. Хотя, мне кажется, сейчас он появится. Но надо к лошади, вон лошадь. А вы можете уйти вот сюда? Ну что? Веселуха! А этого я не знал! Что вы так умеете? Я так не играю. Состояние критическое. Возьми аптечку. Офигеть, пол дома разнесли. Эй, все, идем за Фриманом. Возьми аптечку. Мне аптечку. Дайте мне аптечку. Да, мне интересно, что ты думаешь. Мне вообще интересно, что ты умеешь думать. Сорвать пол дома. Это круто.
Нет, нет, подвиньтесь! О, куда? А, вас тут убивают, знаешь? Кто еще жив, идите сюда. Сюда, 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 сюда. Один человек остался жив. Два человека. Да вообще, неожиданно. Гранат. Выдвигаемся. Не-не-не, погоди. Они сами к нам придут, выдвигаемся. Я тут иногда с ботами разговариваю, не удивляйтесь. Они тут мне говорят, все, выдвигаемся, там, давай, Гордон Фримен, пошел. Твою ж дивизию. У меня боезапас опять. Нет, вы ж не справитесь. Все чудесно. Вау, 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 вау. Сюда, сюда. Нет, вот сюда иди. Ладно, хорошо. Раз мы не можем. Смотрите, а здесь все чудесно. Мы потеряли бойца. Сохраним. Хорошо. А вы издеваетесь? Не, ну, кажется, они намекали, что я с первого раза не пойму, куда мне идти. И им это удалось. Я не знаю, куда мне идти. Тут кругом гигантики. Хорошо, ну... Вот это ты меня, доктор Фриман, я пойду с вами. Это друг, мне надо туда. Знаете что? Да, РПГ. Мне дали ящик со снарядами, а это значит, что пришло время их уничтожить. Но сказать «пришло время их уничтожить» гораздо проще. Отлично! Гордон Фримен, Гордон Фримен. А это клёво, он умеет так. Один готов.
Да, я даже не против, что меня убьют. Давайте мы загрузим тут сохранение. Здесь. Здесь уже немного стало понятно, что делать. Эй, это же Фридж. Ай-яй-яй-яй-яй. Нужны еще снаряды. Кругом враги! Есть. А вон там сидит говнючок, который оделся во все коричневое и нам портит праздник. Тихаря. Так. Давайте восстановимся. О, она мне дала аптечку. Ура-ура. Подождите меня, доктор Фриман, я пойду с вами. Ай-яй-яй-яй-яй, да как же они так... Быстро-то меня разбирает. Аптечки. Все, аптечки некому давать. Хорошо. Мне не нравится, что там одновременно еще и... Мужичок вон там на крыше бегает, и он не любит умирать. Ура, 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 дали ачивмент. Убийца титанов. Теперь мы попытаемся пристрелить вон того. Давайте сохранимся. Это было славно. Лошадь. Я бы к ней бы пришел. Вы мне тут дорогу покажите. Итак, подзарядимся. Подзарядимся. Хорошо. Этим мы не пользовались.
Да, мне похоже. Мне надо туда. Туда. Меня до сих пор кто-то стреляет, мне это не нравится. А может быть, мне вообще туда не надо, может, мне надо. Так. 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 И вот и лошадь. Не стоит ко мне присоединяться. Все, кто ко мне присоединялись, мертвы. Итак. Это враг. А, и здесь. Иди сюда, пёс! Вернись сюда, пёс! Чёрт подери! Так вот с кого они стреляли. Как тебе помочь? Итак, нам помогает собачка. Собачка, что ты? Эй, пёс, не туда! Сам не пройдёшь! Кажется, пёсик думает иначе. Давайте посмотрим, как он. Я думаю, хочешь, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. А вы со мной нет? Если увидишь доктора Брина, передай ему, что ты шел нахрен. Я запомню эти слова. Он попросил послать доктора Брина на три веселых буквы. Ага, ну ладно, давайте еще немножечко. Еще немножечко. Наши покровители. Ну здесь меня точно ничего хорошего не ждет. Чудесно. Ну чё, у него тут такая цитаделька стоит неплохая. На ту сторону мне не добраться. Камушки. Я сейчас прикидываю, куда мне надо идти. Похоже, мне надо вон туда. Камушки, аккуратно. Хорошо. Хорошо, я зашел. На эту штуку. Дальше мне, может быть, сюда?
Возможно. А может быть и нет. Какая-то дорога. Хорошо. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Это... Гордон Фримен. Хорошо, давайте на этом мы закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующей серии. Конец уже близок.